Тема сегодняшнего занятия у нас приближенные методы вычислений определенных интегралов. Симпсон с большой буквы — это английский математик. Симпсон. Формула Ньютона Копеса. Формула Ньютона Копеса. Погрешность. Цель занятия – научиться решать численными методами определенный интеграл. Численные методы или методы приближенные, они относятся к прикладным математике, к прикладным исследованиям. Здесь кратко можно сказать, что, знаете, государство являет мощь фундаментальными исследованиями, а прикладные исследования, как раз вот к ним численные методы относятся, это богатство государства. Почему? Фундаментальные исследования – это новое открытие, которое еще, возможно, неизвестно, как будут применены в будущем. Это касается и новых технологий, и цифровых, и военных, и социальных, и так далее. Вот. А прикладные уже методы известно, как их использовать в готовом продукте – это богатство государства. Поэтому сегодня мы будем с вами осваивать методы, как раз, которые приносят богатство, то есть позволяют решить любой интеграл, даже тот, который является нерешаемым в аналитическом варианте, или функция может быть задана таблично, то есть в виде числовых значений. И первая формула, с которой мы с вами познакомимся, это формула трапеции. И разберем ее на простом, на одном из простых примеров, чтобы вы могли каждый метод овладеть, разберем. Мы вначале выведем эту формулу трапеции. Пусть у нас с вами будет функция x. Какого произвольного на отрезке А, В возьмем. Здесь у нас сдается. Пусть там будет звонок у нас. Тогда ее можно разбить на тоненькие полосочки. Принцип такой. Значит, разбивают на сколь угодно тонкие полоски и вычисляют в виде трапеции. Представляют из себя. Смотрите, полосочка можно представить, примите в виде трапеции. Две параллельные. У вас будет, причем начало x нулевое принимаю за а, x нулевое начало, xn это будет b, будет равняться xn, а здесь у нас будет x первое, x второе. Получается от А до В, это от X до X.
Мы сказали, что у нас пределы интеграла вычисляет расположение при прямой трапеции. Так вот, когда у нас функция задана логично, или когда у нас в аналитическом виде не берется под интегральное выражение, или оно довольно громоздкое, то можно прибегать к численными методами. Разбиваем, еще раз повторяюсь, шагом h. H обычно берут b минус a, деленное на m. Посмотрите, где a, b это концы промежутка, да? Или пределы интегрирования, нижний и верхний предел. Да? N это число разбиений, пометьте себе. N число разбиений. Мы можем разбить у нас участок на 10, 20, ну и так далее частей. А теперь получается, что таким образом у нас будет интеграл равняться приближенно, потому что у нас мы спрямили, видите, в виде трапеции. У нас получается теперь таким образом, как сумма, смотрите, мы разберем сумму трапеции, как сумму вот этих маленьких палочек. У нас будет, смотрите, S1, S2, ну и так далее, тут будет какой-то SIT у нас будет вот здесь полоска. S, I, T и так далее. Так вот, сумма наша будет вся складываться. Давайте так напишем. S, площадь, будет равняться приближенно сумме вот этих вот трапеций. И из школьного курса известно, что площадь трапеции равна у нас полусумма оснований, да, умножена на высоту. Высота, посмотрите, это будет шаг наш, это h. Кстати, h это шаг. Вот. И каждый последующий шаг можно таким образом вычислять. Как x, например, первое будет равняться x нулевое плюс h. X второе у нас будет как x первое плюс h. И так далее. То есть x и t у нас можно вписать. X и t у нас будет равняться, если x нулевое плюс и на h, если вообще формула. Но до тех пор находим x и t, пока больше равно не станет x n, вот этой границы. Смотрите, у нас заканчиваем там, когда у нас x и t больше равно b. Ну, конкретно равно b у нас, потому что четко берем границы. Итак, и идем тогда. Значит, я вот таким образом сделаю, скобочку возьму. Первый идет f, у нас от x нулевое. Это как раз вот это верхнее будет значение. Плюс f от x первое, фактор делим на 2, полусумма основания множим на h на шаг. Плюс будет, значит, следующий слот у нас будет x1 и x2, вот состоит вот шаг, и высота ее, и так далее у нас будет. Значит, получается плюс f от x1, плюс f от x2 уже будет, мы пополам и умножаем на h, плюс, давайте еще возьмем. Так, это я с вашего позволения уберу сейчас. Плюс у нас будет. Следующее, посмотрите, идет полоска x2. Вот x1, x2, x3 пойдет эта полосочка. У нас будет f от x2 плюс f от x3. Потом мы закономерность увидели. 2 на h плюс. И так далее. У нас получится, посмотрите, последний у нас будет f от xn минус 1 плюс f от xn. Ну, как раз b у нас расстояние будет xn минус 1 делим на h и умножаем на h. Ну, так как у нас, посмотрите, мы спрямляли трапеции, естественно, у нас приближенная получается вариация. Поэтому у нас будет плюс еще как-то можно записать. Ну, мы тут это, остаточный член, мы вот этим волнистым показали, что у нас будет приближенно равно. Равно. Я вынесу h, выносим. Посмотрите, что у нас будет получаться. У нас получается, что f от x1 на 2 плюс f от x1 на 2, это будет дважды встретиться, то есть это целое будет значение f от x1. То же самое x2. Со всеми промежуточными значениями они у нас два раза встретятся. Они на границе находятся. Площадь предыдущей, площадь последующей фигуры вычисляется. А крайние значения один раз встретятся. Поэтому, если я из формулы вынесу h, то у меня получится здесь таким образом будет f от x нулевое на 2 плюс f от x1, потому что оно находится f от x1 плюс f от x2
f, а xn на 2. Теперь для того, чтобы формула не была громоздкой, то есть дробей не было у нас внутри, посмотрите, двойку можно вынести h на 2. У нас получится с вами h на 2 вынесем. И впереди можно записать крайние значения, то есть верхние у нас будут нижние значения f от x на 2 плюс f от xn. Потому что двойки вынесли. А это удвоится у нас, потому что мы двойку вынесли. Плюс будет 2. А в скобках записать как раз сумма. Можно суммой записать, а можно так и записать сейчас пока. F от x1 плюс f от x2 плюс и так далее. F от xn минус 1. То есть все остальные значения внутри промежутка. Вот какая красивая, простая формула получилась. Таким образом, мы сейчас как раз запишем. Сюда из вашего названия я убираю, причем весла мы уберем сейчас, и формула трапеции, давайте тогда пишем, интеграл а на поле f от x dx будет равна, я с остаточным членом спешу, равняется h на 2, еще раз говорю, h это будет b минус a деленное на n, h на 2. Здесь у нас будет f от x любое плюс f от xn. Можно через функцию будет писать там y у вас любое, yn. И плюс удвоенное, все остальные идут. Хотите через сумму запишите, ну, я его запишу так, чтобы... Значит, так, давайте сделаем плюс f от x2, плюс и так далее, f от xn минус 1. То есть все промежуточные между ними. Так, у нас будет. Так. И плюс, смотрите, здесь плюс остаточный член. Rf я запишу вот так. Это как раз-таки оценка погрешности. Это малая величина, но тем не менее, которая ограничивает точность формулы дает. Мы сейчас ее запишем для трапеции, что это будет. Итак, для трапеции она будет иметь вид. То есть мы не только вычислим, если только вычислить, то это качественно решить задачу, а количество оценить погрешность, с какой точностью ты вычислил. Поэтому для трапеции, для формулы трапеции, Rf у нас будет равняться b минус a, деленное на 12, умножить на h в квадрате, давайте так, m2, m большое 2, сейчас я поясню. M большое 2. Это рассматривают максимальное значение из модуля второго производителя от функции x, которую мы рассматриваем. X принадлежит на промежутке от A до B. Вот. Это делает, смотрите, оценку точности формулы. Но по этой же оценке можно, сколько, смотрите, насколько участков развивать промежутков в саму функцию, она может ответить. В зависимости от точности, которую вы будете убирать для конкретной функции, вам нужно знать, сколько 10, 20, 30, а может быть 5 всего разбиений достаточно, чтобы достигнуть определенной точности. Так, посмотрите, вообще погрешность, вот мы сейчас ее убираем. Я могу, смотрите, как вам лучше, все формулы дать сразу у вас, или дать формулу, чтобы на конкретном примере разобрать ее действие, таблицу, как лучше для восприятия. Формулу и конкретный пример, все, давайте так делаем. Смотрите, из чего вообще будет складываться сразу погрешность? Потому что если будет у нас функцию простенькую, возьмем, чтобы легко обсчитать, чтобы, смотрите, видеть таблицу для формулы трапеции. Удобно. Погрешность будет складываться из точности вычисления в узловых точках. Посмотрите, самая функция, она сама будет приближенная. Вот. То есть погрешность эпсилон запишите, складывается из двух. Эпсилон 1 плюс эпсилон 2. Ну и можно среднее значение взять. Даже вот так, более точно. Я бы сказала, кстати, равняется. Давайте разделить на 2. То есть эпсилон 1 это будет исходить, потому что функция сама в узлах считается с определенной точностью. Ну, обычно берут там 10 минус 5 степени, можно 10 минус 2, минус 3, в зависимости от задачи, что у вас нужно. Это расчет самой функции. Сейчас вы видите, вот эти значения f в точках в узловых.
Как раз таки эпсилон 2, это вот формула на этом хочется. Вот эпсилон 2 считается по формуле. Так, это можно формулу записать у вас 1, а это у вас формула будет 2 для оценки погрешности. Ну, это 3 у нас окончательное, если вы хотите. И ответ пишется обычно число плюс-минус, вот это как раз погрешность, что вы рассчитаете. Функцию, которую легко взять и которую легко так рассчитать. Несколькими способами формулу рассчитать, чтобы видеть, насколько точно работает формула. Да, еще раз h, посмотрите, это h написано в квадрате. H это у нас будет b минус a деленное на n, где n число разбиений. Поэтому, если посмотрите, вы подставите формулу, смотрите, коротко можно записать вот эту формулу 1. По формуле трапеции у вас интеграл получится от А до Б, f от x, bx. Приблизительно у вас будет равняться, если я h распишу, у вас получится b минус a разделить на 2n, вот у вас получается. Здесь у вас получается f от x нулевым, плюс f от x n нулевым, плюс а тут удвоенную сумму можете написать. 2 умножить на сумму. Сумма f от x и b, посмотрите, а изменяется от единицы до n минус 1. То есть все промежуточные значения. Вот так можно было написать. Ну, приближенно то, что сказали, будет остаточный член, это погрешность. Вот r, видите, остаточный. Здесь, посмотрите, сразу скажу удобно, как таблицу делать. Таблица, вы отметьте себе, таблица 1, расчет по формуле трапеции. У нас будет так сделано. А вот сюда же формула, где там была. Запишите, таблица 1, вот сейчас я нарисую. Расчет по формуле трапеции. Формуле трапеции. Здесь очень удобно, посмотрите, как скомпоновать функции, чтобы у вас крайние значения складываются, суммы просчитать и все остальные суммы. То есть распасовать фактически вначале по порядку берут номер, дальше x и d берут, считают, да? Затем функцию f от x и d. Чтобы не ошибиться, можете прямо вспомнить, просчитать все значения, что потом у вас были, так? Но потом, обратите внимание, потом вот хорошо ее расфасовать на две части, в данном случае по формуле. Первая часть у вас с вами половина. Здесь возьмите и для нулевого значения, смотрите, вот x нулевого и xn, и 0, и равняется n. Их отдельно выделите. У вас будет, например, 1, 2, 3, 4, 5. И, кстати, на одно значение тут больше. И так далее, если там 10 будет, у вас значение там 10 и 11. Здесь у вас, если x и d начинается, там, допустим, с нуля, какой-то шаг будет у вас. Когда у вас функция будет, смотрите, первое значение вы сюда запишете. И последнее вы сюда запишете. И вам нужна будет сумма, давайте сейчас вот так сделаем, табличка. Здесь будет сумма, напишем. Вы сделаете так, первое и последнее, а промежуточные все, и 1, 2, 3 и так далее, n минус 1, вы записываете сюда все промежуточные у вас значения, сюда у вас пойдет, следующее здесь, допустим. Здесь записываем, и вам нужно будет, посмотрите, вы сумму просчитаете, вот здесь вы два значения просчитаете сумму, здесь просчитаете середину, оставшиеся значения. И когда вы будете подставлять формулу, вы вот эту сумму подставляете сюда, у вас пойдет, видите? А это просто удвоите, она у вас сумма будет удвоенное это число. И подставите формулу, BA известно, в конце отрезка будет n, это число разбиений будет. И а здесь и так далее.
формуле написано. И еще, посмотрите, оценка погрешности. Да, функцию здесь можно записать. Значит, у вас получается f от x t, ну, чему-то равняется. Вот это и равняется f от x t. Такую формулу пишите. Посмотрите, а здесь оценку погрешности удобно не по производной производить, это первого, второго порядка здесь, а по разностям, то есть разностям второго порядка. Вот здесь смотрите, погрешность напишите, колоночка погрешность, тут две колонки будет погрешность, и у вас будет так погрешности. Две колоночки, разность первого порядка дельта, y, и t. А здесь будет у вас дельта 2y, или f от x и t, если напишите f от x и t, давайте f от x и t напишем. И вы будете выбирать, сейчас я вам скажу, для погрешности, так, это с вашего позволения, для погрешности вот такая формула с разностями, которая связана на практике, очень удобно. Очень удобно, значит, вот максимум выбирать, максимум из разности второго порядка, дельта 2 и дельта. И из того колонки как раз выбрать максимальное значение. То есть формула такой вид у вас будет иметь. Эпсилон 2, мы сказали, будет равняться. Значит, b минус a разделить на 12 умножить на h квадрат h. Так, и умножить вот как раз таки на максимум, максимальное значение из модулей дельта 2. Y. Вот так и на практике очень удобно считать. Как разницу найти? Сейчас первого порядка разницы очень легко считать. Когда у вас функции будут все посчитаны, то у вас разница будет дельта y, например, первая равняется y первая минус y нулевое. То есть от последующего значения функции отнимаете предыдущее, от последующего предыдущее. Смотрите, дельта y 2 у вас будет равняется y 2 минус y 1. И так далее у вас будет. Смотрите, у вас получится дельта y у вас будет. А последующего вы читаете, у вас получается y плюс, да, y, и минус 1. y минус y и минус 1. Это когда вы посчитаете, то есть смотрите, чтобы колонку заполнить, вы от последующего значения вычитаете предыдущее, от последнего предыдущего и записываете сюда. У вас получается дельта y1, и учтите, значение на одно будет меньше, потому что у вас зависимо в разности 2 будут числа, поэтому у вас будет дельта y1. Если здесь у вас, смотрите, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, но только счет там с нуля будет, допустим, 5. У вас здесь будет 4 значения. Дельта y 2, дельта y 3, дельта y 4. На одно меньше. Второй порядок – это разница между функциями первого порядка. То есть у вас получается, смотрите, второй порядок, у вас будет находиться следующим образом. Дельта 2, y 1 равняется. Дельта y 1 минус дельта y 1. У вас один, да, дельта y. Так, ну нулевой, если мы с нуля начинаем считать. Если мы так вот начали считать, дельта y1, то у нас будет дельта y1, дельта y1, да, дельта y1, давайте минус дельта y нулевое предыдущее. Дельта 2, то есть здесь смотрите, у вас будет из последующего вы вычитаете предыдущее. Вот у вас будет дельта 2, y1. У вас будет дельта y2 минус дельта y1. Вот давайте так, чтобы прям... Смотрите, дальше у вас будет дельта 2, y2, вы, соответственно, будет из дельта y3, дельта 2 у вас будет y2, из последующего вы читаете предыдущий. И на одно значение опять у вас меньше будет. Если здесь, допустим, 4, то здесь уже будет 3 значения. Дельта 2, y2 будет равняться дельта y3 минус дельта y2. Вот в нашем случае так. И дельта
Дельта, смотрите, 2 или 3 у нас будет равняться. Дельта. Дельта 2 или 3 будет равняться. Дельта или 4 минус дельта или 3. Это очень просто. Мы сейчас просто на примере разберем, чтобы понятно было не это. А общую формулу можно через и записать. Вон как здесь у нас записана разница, это так и здесь записано через дельта, например, 2. Как у нас наша интерпретация, у нас получается дельта 2, y, y будет равняться дельта y, плюс 1, минус, плюс 1, минус дельта y. Но смысл такой, что разность второго порядка – это разность между разностями первого порядка, последующего, первого и предыдущего. Если бы третьего порядка найти, дальше формула Симпсон, там четвертый порядок разности, то четвертый – это разность между третьим порядком. Ну, теперь действительно разберем пример, чтобы у нас погрешности у нас есть. А пример возьмем совсем простой, чтобы легко было считать даже хоть с калькулятором, хоть без калькулятора, и который вычисляется наверняка, например, чтобы мы могли оценить это. Смотрите, я предлагаю такой пример взять. Интеграл, например, от единицы до 10, скажем, а функцию взять x до x, которую вообще так можно посчитать, даже без интеграла ее можно посчитать. Мы и сделаем всеми методами. Еще раз повторяю, обычно под интегралом такая функция идет, что которую считать, значит, либо таблично задано, либо очень сложно посчитать. Такую функцию обычно не берут, я просто еще раз посмотрю для демонстрации метода. Если мы сделаем чертеж данной задачи, чтобы сразу представлять, что мы считаем, то сразу можно посмотреть, что у нас получается в исполнении x или. Так, от единицы до 10, значит, масштаб так, чтобы у вас уместилось. У нас прямая будет, да? Вот, связи. Вычислим. 2. Ну, в общем, это, и она будет полет вверх. Вот так. Если посмотрите, мы действительно возьмем от единицы границы, посмотрите, что у нас будет. У нас уже получится трапеция, как сама фигура. Ну, за подальше я ее протянула так, чтобы у нас. И сюда, да. Хорошо. Ну, пусть у нас не будет так. Далее давайте сделаем крайнюю. У нас 10 будет. Вот так. Границу я взяла. У нас уже можно посчитать. Посмотрите, очень просто. Площадь. Это что у нас будет? У нас уже трапеция. Вот площадь так можно посчитать. Давайте вот напишем. Рисунок. Один у нас будет. Функция y равняется x под интегральной функцией. Давайте площадь найдем ее. Площадь будет чему равняться? Единица плюс, посмотрите, вот это значение у нас будет 10, да? Плюс 10 делим на 2 и умножаем на h. А h у нас чему будет равняться? 10 минус 1 это что будет? 9, да, на 9. Так, и что у нас получается? 11 на 9, 99 вторых. Или это будет что у нас? Площадь равняется 49,5, да, у нас будет 98, 99, да. 29, да. Смотрите, она точно вычисляется. Но мы вычислим сейчас ее даже интегралом, если вычислять точно. Посмотрите, если через интеграл ее вычислять. Почему я рисую, она очень простая. Через интеграл, если будем вычислять, то что получим? Так, табличку нам все равно придется нам больше. Если мы на 10 разобьем, то на 10 не на 5, а на 10 значений, то у нас будет побольше. Надеюсь, что по остальной формуле я продемонстрирую. Табличку мы рисуем с вами. Итак, посмотрите, если мы непосредственно будем брать интеграл, то вообще у нас получится x в квадрате на 2, да, это потому что степенная функция от единицы до 10. И у нас с вами будет от 1 до 8, да, x в квадрате, это будет 100 минус 1.
границы, мы сейчас через эту формулу проводим. Давайте шаг возьмем, разделим n на 10 значений. И, то есть наша функция y равняется x, она будет таким образом у нас где-то. Сейчас мы давайте короче подключку сделаем. Нет, в порядке возьмем. Возьмем с нулевого, как формулы у нас идет. У нас базовое значение 0, 1, 2 и так далее. Мы сейчас напишем. Но предварительно x и t я выпишу. X и t будет. Смотрите. Начало у нас будет x первое всегда вот единица, потому что граница, нижняя граница будет. X нулевое совпадает с нижней границей. Вы пишете x и t, пишете единица. Потом шаг. Так как вы 10 разбиений делаете, смотрите, как вы шаг определяете. Шаг будет равняться 10 минус 1, p минус a. И делим на 10. У нас будет 9 десятых. Значит, шаг, смотрите, 0,9 десятых. И нам нужно, смотрите, единица, потом к единице добавляем 0,9 десятых. Следующее значение будет 1,9 десятых. Дальше добавляем 0,9 десятых. Это будет что? 2,8 десятых. И мы до тех пор находим, прибавляем, пока у нас не сравняется с 10. У нас получается 0,9, да? 3,7 десятых, 0,9, 4,6, да? 9,5 и 5 десятых будет. Дальше у нас будет 9,6 и 4, 0,9,7 и 3, да? 0,9,8 и 1. 8,2, смотрите, 9,9, 0,9 прибавляем. 8,2. Дальше будет что у нас? 9,1, видите, да? И последнее, что у нас будет? 10, потому что больше у нас нет. 10. Нижняя граница 10 пишем. Чуть-чуть у меня не хватило на сумму таблицы. Вот сумма должна быть у нас. Куда немножко сдвину ее. Итак. Смотри, сколько у нас получится. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно? На самом деле у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, правильно. Теперь посмотрите, вот в этом варианте, еще раз повторяю, прям столбец, чтобы не ошибиться, и значение функции можно найти, или сразу выходите фасовать, чтобы не... А вот рядышком возьмите и нарисуйте. Просто у нас функция задана, y равняется x, и она совпадет вот с этим значением. Напишите, y, y, y здесь подходит. Y, 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 так как она всем равна x, и она будет повторится эти значения. Поэтому я, смотрите, повторяю, чуть немножко сделаю, чтобы на сумму у меня хватало. И сумма нужна потом будет чисел. Будет 1, 2, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10. Здесь возьмите две колоночки у вас будет. Расфасовать их. У вас получится y равняется x, y, да? Функцию пишите. Еще раз повторю, для демонстрации метода мы взяли специально заведомо простую функцию. Просто метод сам смотрите. Вот теперь мы посмотрим. Сюда у нас y равняется 0, вот, и y равняется 1. 10. Последнее значение. У нас получается первое значение функции, смотрите, единица. Так? И получается, смотрите, последние 10 у нас. Это у нас сюда идет. Все промежуточные, смотрите, выписываете сюда. То есть пойдет сюда. 1,9. И равняется. У вас получается 1, 2, 3. И так до 9 у вас будет. 1,9 сюда пойдет.
третий один. Вот, а правильный у вас ушли сюда. Все. Для разности вы оставите. Потом у вас будет, смотрите, для оценки погрешности, какой точностью вы две колоночки сделаете. У вас будет погрешность написана здесь. Вот эти все плюсовать надо. Плюсуйте их. Ну, наверное, сумму запишем. Ну, полный поставим и вычислим. Так, сколько получилось? Смотрите, у вас там водитель, калькулятор машины. Можно приобрести калькулятор с клонцами, если у вас нет. Ну, сумма чему у нас будет равна? Все, просчитайте. 1,9 плюс 2, 8 плюс 3, 7 плюс 4, 6 плюс 5, 5 плюс 6, 4 плюс... Сколько у нас стоит? 7, 3 плюс 8, 2 плюс 9, 1. Сколько будет? Ну, нормально. Ну, сколько получилось? Да. Куда-нибудь. Ну, посчитали вы. Это где... Сколько получилось? Другая. Где... Вот она, 1,9. Да, вот здесь. 44,9. Сколько? 44,9. 44,9. 9,10. Точно 9,10? Я получила 49,5. 49,5. Вот 50 у меня получилось, я выбрала 50, и что у меня победила. Вот это я сейчас сложу, получила 49,5. 49,5, да? Вот 50 у меня, давайте 49,5. Все, потому что вот здесь колоночку. Все. Теперь посмотрите, у нас все есть для счета. По формуле. Формула у нас, смотрите, там один загнан. Считаем. Интеграл у нас. От единицы до 10 x, dx по формуле будет равняться. У нас точно получится, ну, равняется так приближенно. Считаем, у нас получается b минус a. Это будет 9, да? Делим что там? На 2, n у нас получается, да? На а 2, n у нас получилось у нас 10, да? 10, 20 будет. 2n, правильно. Здесь у нас будет, смотрите, сумма у вас получается 11. И плюс вы убиваете остальные результаты. 2 умножить на 49,5. Равняется. У нас получится с вами. Так, 19 умножить. Так, 49,5 на 2. Это будет 99 и плюс 110 будет, да? 110 равняется. Так, двойки уходят. 99 на 2 получается, посмотрите. Да? 99 на 2 это будет 49,5. 49,5. То есть у нас, и сейчас мы так оценим погрешность. Мы видим, что будет погрешность 160 до 0, мы точно просчитали. Ну, еще раз повторяю, потому что функция сама получается простая, она сама трапеция. И представьте, если мы на полоске, смысл какой? Мы на полоске разбили, она точно нигде не скрывается, она точная трапеция, поэтому мы должны были точно получить ее. Но смотрите, как Дельта считается, чтобы погрешность смогли оценить. От последующего отнимаете предыдущий будет 0,9. Здесь 2,8 отнимаете 1,0,9. Ну, а с уровнем шаг, да, когда мы будет 0,9 будет. 0,9. И этих 0,9 будет на одно значение меньше, чем у нас этих, функции самих. Вот функции у нас, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
пошли у нас. Ноль будет. И назначение будет на одно меньше. Если здесь 11 значений всего, с нулевого начиная, здесь у нас 10, то здесь будет 9 значений. Все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот они нули. И из этих, смотрите, вот из этой колонки второй выбираете максимальное значение. Вот в данном случае оно 0 получается, все они у нас равны нулю. И тогда вот смотрите, максимальное, чтобы погрешность. То есть эпсилон 2 у нас полную дает нулевую погрешность, то, что мы посчитали. Ну еще раз повторю, то есть запишите, эпсилон 2 у нас получается равняется нулю за счет того, что у нас вот это 0. Можете посадить шаг 0,9, чтобы знали, как считать. Вы если считаете, то будет у вас 9 разделить на 12, умножить шаг, это будет 0,9, 0,81. А вот здесь у вас умножите, вот это 0 даст вам, максимум из этих 0 получится. У вас получается 0. Итак, эпсилон 2, 0. Значит, эпсилон 1 это будет точность, как в узлах рассчитать. Но в узлах у нас тоже точно рассчитано, с точностью до нуля. Поэтому в нашем случае погрешность идеальна, нулю. Еще раз повторяю, чтобы формула довольно проста, и ее как раз для экономистов рекомендую. Вот, потому что я еще познакомлю вас с формулой Симпсона. Она посложнее, там у нас будет парабола искривляться, вот эта сама функция участия, потом суммироваться. Вот. Поэтому трапеция очень проста. Вот. Главное, смотрите, вы находите, помните, что значения функции последние складываются, а все остальные значения удваиваются. Все. И вначале у вас не забывайте про шаг b минус a на 2n формуле. Все. Вот продемонстрировали. Естественно, посмотрите, что позволяет формула. Мы взяли простую функцию, чтобы, например, вот здесь. Когда были численные методы, значит, открыли, так сказать, потому что до этого тоже нужно дойти, доказать и показать, что это работает хорошо, то можно было рассчитать число π более точно. Посмотрите, если мы возьмем такой интеграл, сразу вот покажу, интеграл, например, от 0 до 1, dx, разделить функцию, возьмем 1 плюс x в квадрате. Вот такую хотя бы. То есть вот интеграл у нас будет функция не x, а единица разделить на единицу плюс x в квадрате. Обратите внимание. У нас функция y равняется единица разделить единицу плюс x в квадрате. Вот если мы будем аналитически решать интеграл, у нас получается, что арктангенс x граница от 0 до 1. И мы с вами получаем октангенс единицы, октангенс единицы минус октангенс нуля. А октангенс единицы это что такое у нас есть? 45 градусов это есть что? Пи на 4, если через пи выразить. Посмотрите внимательно. С одной стороны, это интеграл равен π на 4, а с другой стороны, мы его с точностью можем рассчитать до числа. Там будет, допустим, 0 с чем-то. И приравняв два числа, мы можем число π с любой точностью вычислять. Это один из методов вычисления числа π. И вот здесь, смотрите, может решаться вопрос, а сколько нам взять членов ряда, сколько разбиений у нас? Мы не прямо задаем, а разбиений сколько нам взять, а с другой стороны, вот эти вот количества у нас трапеции разбиты, как ряд можно, ряд трапеции выстроены, посмотреть. Это дает формулу как раз оценки погрешности. Ну это посмотрите с вами, это вот задание вам, да, если останется время, мы с вами рассчитаем. Я еще хочу формулу Симпсона вам тут же показать. Итак, еще раз, смотрите, первое, например, поставить задачу с точностью до 1/100 рассчитать, допустим, эпсилон 2 у нас возьмем точность, чтобы у нас была, не превосходила 0, то есть приблизительно, давайте 0,01 поставим.
произвести. И посчитать уже, сколько у нас будет уже функцию. По формуле трапеции можно посчитать, вот это с арктангенсом связано. Мы аналитически знаем, чему равняется, сверить результат. А это уже в таком образе развить ее и применить формулу трапеции. Значит, так оставьте, мы вернемся к ней, потому что следующие мы будем. Я еще раз повторяю, это еще один из способов задания вычисления числа π на 4. С одной стороны, это π на 4, а с другой стороны, вы приравняете, что у вас число получится после расчета. И рассчитать можно π. Итак, а мы сейчас с вами идем, под заголовочек можете сделать формула Симпсона. Формула Симпсона, она немножечко будет... Так визуально не то, что сказать, посложнее, но выбор будет посложнее, на мой взгляд. Поскольку у нас будет всегда, когда мы ограничиваем функцию уже не какой-то трапеции, там все прямые линии, а когда у нас появляется кривизна, всегда осложнение. Итак, только возьмем, знаете, вот таким образом. В чем здесь заключается речь, чтобы x, y. Вот, знаете, вот так, минус h возьмем, тут плюс h, вывести ее. Здесь возьмем, вот у нас функция, пусть вот она была у нас вот такого типа. Вот я сдвинула ее, видите, относительно центра, чтобы посчитать по величине. А здесь мы можем, посмотрите, вот эта функция криволинейная заменяется параболой, то есть параболической трапецией. Посмотрите, вот как она заменяется. Вот ее заменить можно. То есть заменяется, видите, веточкой параболы. Здесь как бы от кусок открывается, а здесь точно такой же оставляется. Можно его так провести, чтобы нормально, смысл понять. То есть вот этот кусок заменяется, не прямой выспрямляем на куски, а вот таким образом будем всю эту разбивать, и вот на таких криволинейках. Здесь тогда, посмотрите, получится. Вид будет иметь линия сама. Чтобы не было. Здесь вам можно А большое, В большое взять. Но мне самое малое другое, возьму минус H, H еще раз. А здесь 0 возьму, чтобы просто лево-право и середина. Считай, там легко было. Это середина. Итак, наша функция будет иметь вид. Функция имеется в виду вот эта функция Y. Равняется альфа x квадрат плюс бета x плюс гамма. Вот возьмем. Вот тогда у нас граница будет иметь, посмотрите, интегралами минус h до h, граница интегрирования, так функция сама вот она будет идти альфа x квадрат плюс бета x плюс гамма на dx. Беру альфа, бета, гамма, а не а, б, с, чтобы не путать тогда а и б, у нас граница интеграла, чтобы а большое, б большое, мы там точку берем на чертежах нам дальше. Смотрите, что у нас получается. На сумму интеграла мы разбиваем результат, мы будем иметь с вами альфа умножить на х в кубе на 3 плюс б умножить на х в квадрате на 2 плюс гамма на х в границах от минус h до h. Все это в границах от минус h до h. Если мы подставим границы, то у нас с вами получится. Давайте так запишу. Альфа разделить на 3. Здесь будет... А смотрите, h в кубе получается минус, и у меня будет минус h в кубе. А минус в кубе это будет минус. Поэтому минус на минус плюс, да, плюс h в кубе я напишу. Дальше будет плюс бета на 2, а здесь будет как раз h квадрат минус h квадрат, потому что минус на квадрате будет плюс. И плюс будет гамма, а здесь будет h минус на минус, что будет плюс. Ясно. То есть в результате будем иметь с вами. Итак, альфа на 3 умножить на 2 h кубе. Здесь будет 0 плюс. Так, гамма на 2h. 2h на 2. Нам осталось только с вами найти альфа и гамма вот здесь, в данном случае.
в это ушло за счет, что у нас сам ушел. Вот сюда я сложу позвонение, вывешу интеграл. То есть у нас получается от минус h до h, значит, функция наша f от x dx, ну, так, f от x dx, дорожка чуть не равна. Получается, да, 2h в кубе. 2h в кубе альфа на 3. Плюс 2h гамма. Так, ну так что смотрите, найти вот эти альфа, мы вот что сделаем. В точках, так как у нас три точки дано, и альфа, бета, гамма, они неизвестны. Так мы найдем по этим трем точкам значение. Альфа, бета, гамма, три неизвестны. Смотрите, y у нас от минус h равняется. Я вот ставлю вместо x минус h. У меня будет альфа на h в квадрате минус бета на h плюс гамма. Теперь смотрите, y от h. Можно от нуля прям подставить. Ну, от h давайте поставим сразу, потом от нуля середину возьмем. От h будет, подставляю h сюда, будет альфа h в квадрате плюс будет бета h плюс гамма. А теперь мы подставим середину вот эту ноль. У нас будет y от нуля будет равняться гамма, потому что x 0, 0, гамма просто. Все, и отсюда можно найти альфа, бета и гамма. Так, найдем у нас альфа. Смотрите, если мы... Да, гамма сразу можно найти. Гамма будет равняться, давайте, y нулевое. Или в нашем случае это y средняя, середина. Я потом скажу, это важно, будет, когда суммировать будем все. Вы не думайте, эта формула выводится для того случая, когда А, Б и середина берется А плюс Б на 2. Ну, мне казалось, это проще случай, поэтому вот вывести ее здесь. Так, а теперь смотрите. Мы, чтобы найти А, гамма известна. Вот сюда сложим, смотрите, первое и второе уравнение я сложу, у меня получится 2 альфа на h в квадрате. Эти уходят у нас, и плюс 2 гамма. Плюс 2 гамма. Вместо гамма я их прямой стала подставить, на их нулевое. Так, равняется y минус h плюс y h. То есть y слева, y справа, вот так вот потом будет. Или иначе. И смотрите, здесь я альфа найду. Так, сначала вот это перенесем, у нас будет 2 альфа на h в квадрате. Равняется y минус h, смотрите. Давайте минус 2 y нулевое. Плюс y, h. Ну, можно было, да? А теперь получается, а равняется, то есть выражение разделить на 2 h в квадрате. Будет y минус h, плюс 2 y нулевое, плюс y h. Разделить на 2 h в квадрате. Все, альфа мы нашли с вами, то есть альфа мы подставим. И гамму мы нашли. Теперь смотрите, вот это альфа, что мы нашли с вами, через функции. И гамма, что мы нашли, или нулевое. Подставляем формулу сюда, чтобы окончательно получить. Равняется. Так, это не убираем уже. Слева, справа, середина. У нас получается с вами. Так, 2. H умножить на альфа. Альфа вот получается у нас. Значит, будет y минус h минус 2 y плюс y h. Так? И делим на 2 h в квадрате. На 2 h в квадрате. Смотрите, у нас двойка уйдет, двойка уйдет, h в квадрате уйдет, останется просто h. Но не забываем, еще у нас слагаемое есть плюс 2h на y нулевое у нас гамма. А сейчас мы придем подобное. H вообще можно вынести. Смотрите, мы h сейчас вынесем. Здесь h, и там h у нас осталось. Мы это h вынесем. У нас получается h. Сколько будет? И я поделю на тройку здесь. Получается y минус h на 3 минус 2 третьих y нулевое плюс y h
у нас был плюс 4 третьих или прикладом. А любой или к среднему у нас. Так, смотрите, здесь можно тройку вынести. Может, чтобы видно, как вам откуда числа-то формулу взялись. У нас получается H натрий. А в скобках будет, обратите внимание, Y минус H, крайнее значение, плюс Y от H. Это как раз крайнее значение. И плюс учетверенное, смотрите, среднее значение 4, Y минус. А трапецию можно все вот так же на маленькие кусочки и применить трапеции в виде параболической трапеции. И тогда у нас вот что получится с вами. Сейчас мы окончательно выведем. Самое главное, что здесь уже, знаете, простенько получается. H на 3, это будет слева значение, это будет справа значение, а это будет середина у нас или полевое. То есть сумма у нас будет, я вот к чему веду, вся фигура наша будет разбита на трапеции, но параболические, вы поняли. И у нас сумма будет S равняться сумме, смотрите, S пик и от единицы до L разделение. Тогда записываем, S первая равняется, у нас получается H на 3, здесь будет, посмотрите, вот так, если слева взять, это будет как бы у нас y первая, так, можно с y нулевого, но главное тут не запутаться, слева давайте возьмем y нулевое будет, середина у нас будет плюс учетверенная y первая, тогда плюс 4y первая, так, и плюс у нас будет y второе, правая часть. Понимаете, вот что это, смотрите, или нулевое, вот здесь значение. Минус H я беру, как у нас нулевое будет, как у нас было там x нулевое, да? Здесь у нас будет x первое, как бы значение середины, а это будет у нас x второе. И тогда у нас получится, середину учетверяем, а лево-право по единице получается. Это вот одна у нас кусочек. Дальше у нас на границу будет приходиться что? Y2 на границу будет. Значит, S2 у нас будет с вами равняться. S2 будет равняться. Также H3 на H3. Давайте попробуем. Так, здесь пойдет у нас Y2 плюс 4, Y3 середина, да, и плюс 2, 3, 4, Y4. Потом будет, смотрите, S3, H3. У вас будет пойдет y четвертое плюс 4, y пятое плюс y шестое. И так далее. Значит, у нас не будет сейчас. У нас будет sn. Будет равняться h на 3. Здесь у нас пойдет. Значит, yn сразу же за последний, yn. Плюс будет. Здесь будет 4, yn минус 1, предыдущая, середина этого отрезка, и плюс. А, y минус 2. И теперь смотрите, мы все это суммируем, сумму находим. Подводим итог. Смотрите, как внимательно. H не у нас будет, то есть наша S получается. S будет равно H на 3, все это одинаково будет у нас. H на 3. Есть. Теперь смотрите, что получается. Там y нулевое, y первое, они один раз встретятся у нас. Поэтому мы можем записать y нулевое сразу и сюда напишу. Один раз встретится. Плюс yn, я пишу, плюс yn. Дальше плюс. Смотрите, у нас что? Четные функции. Смотрите, y2 раз встречается, и y2 здесь встретится. Это будет 2y2. y4 здесь, y2, y4. То есть четные нумерация будет удваиваться у функции. Что? Значит, будет плюс 2. А тут сколько это пишется? y2 плюс y4 плюс y6, ну, плюс и так далее, да, y2, n минус 2. Все, удваивается. Ну и что? А нечетные что? Про нечетные можно сказать. Смотрите, это середина получается. y1, y3, y5 и так далее. Они что будут? Суммой учтеряется. Плюс будет 4. Вот видите, как
форма усложняется у нас. Профессия там конечная сумма, и только удвоенная, там промежуточная. А тут, получается, классифицировать таблички надо. Четные удваиваются, посмотрите, они четные вычисляются. Y, 1 будет плюс Y, 3 плюс Y, 5 плюс и так далее, плюс Y, 2 и минус 1 будет нечетная. Все, посмотрите, все, закругляемся. Это у нас получается формула приближенная. Где H это B минус A на R. Вы знаете что? Вот здесь 2R. Вот не R возьмите, а 2R у нас, потому что подразумеваем, раз у меня четные и нечетные, вот здесь очень удобно взять или 2N. О, вот так, что понятно. 2 это как разведение у нас будет. Тогда формула. Да, это у нас через 2, видите, 2n минус 1, 2n, четко, нечетко, и 2n. Тогда формула будет идти формула Симпсона. И погрешки с ней дадим. Так, Симпсон – это английский математик, можете посмотреть. Дата жизни, 18 лет, 1710 год. Ну, не был, 51 год он прожил, я просто по датам посмотрела. И мой всегда. Итак, смотрите, у нас получается, что S, давайте, Симпсона. А, да, это приблизительно. Приблизительно равняется. Итак, если мы откроем B минус A, у нас получится H. Вот так мы давайте через A вводим H на 3. У вас будет f от x нулевой, можно с y взять, можно с f от x нулевой и f от x 2n. Ну, давайте так и возьмем. Y нулевой у нас будет плюс y 2n, крайнее значение. Плюс будет удвоенное, значит, четное, y 2 плюс y 4 плюс y. Учитываем, у нас будет нечетное. Можно уже, в принципе, убрать. Так, плюс. Учитываем. Y1 плюс Y3 нечетное. Плюс. И так далее. Плюс будет Y2 минус 1. Y2n минус 1. И, конечно, остаточный член, ну, приблизительно. Сейчас мы остаток посчитаем. Погрешность как вычислять? Погрешность тоже будет немножко... Этот метод считается более точнее, потому что он криволинейными трапециями, кривую линию криволинейными трапециями, как говорится, развивает. Поэтому он будет точнее. И погрешность вычисляется здесь. РФ остаточный будет равняться... b минус a делим на 180, здесь уже будет h четвертой степени умножаем на n, тоже четвертый у вас, а n 4 это будет максимум из разности четвертого порядка, а так максимум из четвертой производной порядок x модуля. Где x принадлежит от a до b. И сейчас для практики я умножу через разности. Через разности у вас получается, смотрите, эпсилон у нас 2 будет вот таким образом можно максимум. Сейчас мы сделаем, равняется b плюс a. 180, это у вас h четвертый, а здесь у вас будет максимум, чем умножить на максимум. Разность единого порядка у вас идет. И давайте все, столочки вопросы. Вместо что уточним шаг у нас. То есть здесь как второй порядок шума, а здесь четвертый. Здесь оно точнее будет, потому что в узлах, ну знаете, как правило, обычно метод
трапеции, вычисляет интеграл для 2n разбиений, потом для 4n разбиения, а потом какие совпадают, такие оставляют. Смотрите, как у нас таблица, как у нас будет меняться таблица здесь. Таблица у нас будет, смотрите, как у нас сидится. Первое и последнее оставляем, потом у нас выбираем в таблице, смотрите, значит, нечетные и четные будут развиваться. Уже 3 колоночки будут, табличка у нас. Смотрите, таблица 2 вы можете сделать. Вот у вас будет. Так, таблица 2 давайте сделаем. Таблица 2. Это расчет по формуле Симпсона. Расчет по формуле Симпсона. Если программа приложения заложена, конечно, если нет, то фактически вы вводите функцию, правильно рассчитает вам. Но для того, чтобы уметь самому делать, даже интерпретировать результаты, если где-то неточность, несовпадение вашего расчетной машины, вы хотя бы проанализировать сможете. Итак, смотрите, опять номер в порядке у нас идет. Здесь у вас пойдет функция. X, Y, где-то пойдет так. Дальше у нас пойдет функция. F от x, y. А вот здесь я рекомендую сделать у нас как раз таки колоночку на 2 разбить. Здесь даже колонка будет на... Ну, вот здесь на 2, потому что будет. А так на 3 будет колонка разбита у вас. Этот момент. Будет разбита. Раз. Два, три. Так, здесь у вас будет функция. Y равняется. А здесь, смотрите, идет, вы разбиваете, и у вас получается 0, 2, это, да, значит, крайнее значение, и 0, и у вас получается 2, это, окончательное. Здесь у вас будет стать черное, и будет равняться, он говорит, если 2, 4, 6, ну и так далее, 2n минус 2, 2n у вас сюда пойдет. И здесь у вас будет нечетное и равняется 1, 3, 5 и так далее, 2n минус 1. И тогда смотрите, что у вас получается. Здесь порядок у вас пошел 0, 1, 2, 3, 4, 5. X, Y, Y вы заполняете, Y, Y заполняете. И смотрите, что у вас происходит. Сюда в любое первое значение, смотрите сюда, и последнее сюда. В табличку делаете. Дальше вы четные выбираете, смотрите, четные у вас пойдут вот сюда значение, вот они четные, вот сюда пойдут, вот дальше идут, вот они четные, раз пойдет у вас четная, и четыре четные вот сюда у вас пойдет. А нечетные вот у вас будут, нечетные вот они пойдут у вас, и первые нечетные вот у вас пойдет. Вот шахматный порядок у вас получается, посмотрите. Пятые нечетные сюда пойдет. Таким образом, у вас, смотрите, сюда первое и последнее, сюда четные, промежуточные и последние не входят. А сюда нечетные, первые не входят, потому что оно сюда вошло. И так, идет. И зато, когда сумму вы будете брать, посмотрите, эту колоночку, вы так и берете сумму. В конце у вас будет сумма, обязательно делаете. Вот на сумму у меня. Вот, смотрите, здесь будет у вас сумма. Здесь вы просто сумму берете, здесь вы ее удваиваете, а здесь вы ее учетверяете, вот эту сумму. Все, и подставляете. Мы сейчас с вами проделаем пример, который вот x, dx, первый пример, мы сейчас просчитаем по этой же формуле. То есть у нас будет один и тот же пример, но мы просчитаем по формуле Симпсона. Тоже довольно-таки простая формула, но она более точна. Вот. Здесь у вас посмотрю, что у нас... Сама формула у нас идет, и да, у нас идет, да, Макодас еще у вас, да, идет. А, ну посмотрите, чтобы у нас как раз успеть, я хочу показать вам, и она тоже точно рассчитывает, очень хорошо работает. Итак, все это мы убираем. Смотрите, формулу мы оставляем сейчас. То, что мы с вами сделали, таблицу делаем для конкретной функции нашей. То есть берем интеграл.
простой x dx. Так, у нас получается интеграл от единицы до 10 на прием x dx. И мы ее прогоняем вот по этой формуле. Для этого мы табличку делаем шаг, также у нас берем b минус a на 10 на n. Это у нас будет, значит, 10 минус 1 на 10 на разделении. 0,9. Всем шагом. У нас все есть, просто мы спасуем. У вас две колоночки уже есть. Сейчас я вас спасуем, и все. И так, у нас получается. Так, номер по порядку у меня идет. Здесь будет x, и это... Здесь у нас будет f от x, и это... Нам совпадает, да? А вот здесь, смотрите, на три колонки будем фасовать. Вы можете сами уже расфасовать и посчитать. Если поняли, все. Единственное, что здесь у вас будет, смотрите, четвертый порядок, но оно уже на втором обнулилось. Смотрите, вот погрешности оформляют вот здесь, погрешности. У вас будет дельта и гельфита, да? Потом колоночка. Дельта 2 и гельфита, отличается оно по этому. Помимо того, что здесь появляется колонка, дельта 3 и гельфита, и здесь дельта 4. И вы из последней, когда погрешность, смотрите, из последней максимум находите вот здесь погрешности. А так по функции у вас будет y равняется f(x, y), да? А здесь на три колонки вы разделите. Причем у вас идет здесь четное, здесь нечетное. И 0. И сколько у нас там? 10, да, получится. Здесь у вас получается y. Вы смотрите, 2, 4, 6. 8, а здесь у нас будет и равняется 1, 3, 5, 7. Нет, 1 не будет, 1, а если с нуля у вас получилось, то да, 1, 3, 5, 7, 9. Вот. А десятка у нас как четная, это первая у нас сюда пойдет. Итак, и наша посылка, что у нас получается, посмотрите, там с единицы, да, 1, вы это можете 1,9. Смотрите, я функцию запомнила, она у нас одинакова, да? 2,8. Распасуйте, посчитайте. Так, у нас что было? Так, 3,7, да? Потом у нас шло 4, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, смотрите, у вас попадает сюда, у вас попадет 1, да? И сюда кладка здесь 0. Всего. 1, 2, 3, 4, и так далее у нас будет 10. Посмотрите, 1 попадает, и что, и 10 сюда попадет. Посмотрим, 1, 10 попадет сюда. Так. Сюда попадут четные у нас. Значит, будет, смотрите, 2,8. 3,8 попадет. 4,6 попадет. 6,4 попадет. 6,4 попадет. 6,7, 8. 8,2 попадет. Правильно? Смотрите, вы там смысл делаете. А смотрите, сюда попадают. У нас первое 1,9. Дальше 3,7. 5,5. Здесь будет 7,3. И у нас будет 9,1. Теперь смотрите, вы находите сумму. Сумма у нас будет. Здесь у нас будет сумма. Еще раз говорю, что у меня прямо я вверх подниму эту табличку. Сумма. Здесь 11. Вы смотрите, первой колонке. Во второй посчитали, какая сумма? 2,8, 6,6, 6,4, 8,2. Мы посчитали, если это четное или нечетное. И как раз уже прикинем, что все у нас будет. Как у нас будет 0,9, это я сделаю. Разделить на 3. И здесь будет, смотрите, 11 плюс. Чего у нас? 22. Сколько? 22. 22, смотрите, 22 мы удваиваем. А и третью посчитать, черную руку. Здесь удваиваем, умножить на 22. И плюс, здесь вы считаете, пожалуйста. А здесь мы учтем, который у нас идет.
7, 3, 9, 1. 27,5. Сколько? 27,5. 27,5, 27,5. Так, смотрите, 27,5. 27,5 вычисляем. Все, и считаем. Равняется. Так, сок. Сок еще купим. 55. Сколько у нас сока получили? 165. Сколько? 165. О, 165. Смотрите, 163. 165. Умножаем на 0,9 и делим на 3. Сколько у нас? 49,5. Сколько? 49,5. Ну, как в аптеке, девочки. Смотрите, 49,5. Мы уже третьим или четвертым методом решаем. Сначала прямо непосредственно трапецию посчитали. Потом мы просто аналитически взяли. Теперь формулы трапеции. Теперь мы вычислили по Симпсону. Если вы считаете разность, то у нас будет, тут у нас 0,9 у всех получится. Смотрите, первая разность. 0,9, 0,9. Ну и так далее, я запишу 0,9. Одно значение меньше, чем функцию. Вторая разность уже 0 пойдет у нас. То есть у нас это посчитано с точностью до нуля, да, идеально. У нас сегодня просто идеальный расчет, за простоты функции. Все, ну вы видите, что методы работают. И посмотрите, вот была дилемма, когда численные методы открыли, значит, получается, интегралы, смотрите, 17-й, методы 17-й, 16-й век, то получается, у ученых стала дилемма. А на компьютере любое можно решить. Если можно, ведь тот пример, который так решить, смотрите, как точно решается методом. Зачем громоздить все эти методы интегрирования у нас есть? Все эти это, достаточно численных методов, и все будет известно. И дискуссия среди философов и ученых шла, что нужно ли фундаментальные исследования или нет. И все-таки, как вначале я вам сказала, фундаментальные исследования нужны, потому что мы еще не осознаем, когда мы откроем. Это, знаете, как можно фотоаппарат привести с полароидом. Помните? Все. Я сейчас последнее. С полароидом, помните, фотографировали сразу и выскакивали. Да. Так этот же человек, можете посмотреть в истории, он же изобрел и цифровой, это же он. Но только у него фирма какая-то увидела, что за цифровой технологией будущее, а он уже считался, что он миллионер, все. А он и был таким. Послушайте, и он продает полностью без права владения. И фирма, которая действительно взяла цифровые вот эти все разработки его, а он прогорел, то есть полароид был уже очень быстро, несколько лет прошло, и сейчас у вас цифровая экономика. Поэтому, когда что-то новое, даже вы откроете и увидите, не спешите со всеми правами передавать. Права всегда за собой оставляйте, какие бы они ни были. Да. Вот. Поэтому все, на сегодняшнее, если у вас вопрос... Да, у нас осталось, смотрите, формула Ньютона-Кодаса. Но Ньютона-Кодаса посмотрите тогда самостоятельно, что у нас есть. Ну и, в принципе, если интерес вызовет, можно и доклад в каком плане сделать. Три метода проанализировать, и пример даже один тот же взять, тот же самый, как с Архангельсом, посмотреть. Вот, и посмотреть, сравнить просто-напросто методы вот, и сделать хорошую статью или материал исследования. Вот, поэтому Ньютона-Кодаса посмотрите для самостоятельного изучения. А у нас в перспективе останется еще, смотрите, можно с помощью рядов функций ряд раскладывать, тоже приближенно вычислять с любой степенью точности. Вот, и потом уже перейдем, следующий возьмем. Приложение рассмотрим во всей красе, что уже будете численно уметь решать, и аналитически брать интегралы, и полностью владеть ситуацией. Так, вопросы есть? Нет, да? Ну тогда на этом с вами мы можем как раз уже по времени